Mein Markador was Kazan в то же время далит год 1984 Шабас Паша Исра Юдзайн Шват. Холгом роим эс га койлис, вэс га лапидим, вэс койл га шойфер, вэс га гор ашэйн ваяр га ом ваяну ваямду мерохик. Посок из главы Исра, вчерашнего шабасного урока, Хитас. Весь народ видит голоса, молнии, голос шафара и дымящуюся гору. Испугался народ и отпрянул, и стал вдалеке. וידוע דיוק בזה, בדרוש הרבויסיינו נשיאינו, וגם בדיבר המסקל זה, שאומר לפני מאה שונה בשנה סתום ריש מם דלת, לצורך להובין, מהו עניין הקוילס הלול? זה известно, что уточняет в רבים, своих дрошим на этот посок, и также то, что говорит Ребе Рашаб, ровно 100 лет до того, перед тем, как был сказан этот маймер Ребе, что нужно понять, в чем идея этих голосов? Алой кола дворим шинит ставу бы ватан тойра, эйм дворим пшутим, ки мой лой терцах, лой саане, хулу. Шем дворим пшутим. Шгам ло, им лой нит ставу, але гэм лайо, мэ гэрэ уи, ла асойсим, ки укэ майма разал, бэ мэсэх тэй рувин. Эм лой лой нит на тойра, айну лойм дин сниш, мэ хосул, вэ хулы. Что значит эти голоса? Ведь разве это непростые вещи были даны нам во время дарования Торы? Простые вещи, которые сказаны в 10 заповедях. Не убей, не лжесвидетельствуй и так далее. Это такие простые вещи, что даже если бы нам они не заповедовали их, все равно нужно было бы их исполнять. Чисто человеческий разум диктует это. Говорят мудрецы в Месех Тейрувин в Геморе, что если бы нам не дана была Тойра, то мы бы выучили цниус, скромность от кошки, то, что нельзя воровать от муравья и так далее. И не бы маймер анал, что коль клюш мох адмур, что если Ребе Рашаб отмечает, что он даже продолжает, что если скажем, что почему такие простые вещи нужно было давать в виде заповеди, что если мы это объясним так, что более велик тот, кто делает, когда ему заповедовали, когда ему повелели, чем тот, который делает без повеления. Понятно, что человек, который, когда он делает мицву, это гораздо более высокая вещь, чем если бы он, допустим, своим разумом решил это делать. Понятно, да? Потому что если он решил своим разумом делать, он может решить тем же разумом, что делать не надо. Или там еще что-нибудь в этом. А когда это мицва, то это более высокая вещь. Но тем не менее, Микол Мокин, Адайн, Эйна Муван, Магу, Ини, Накоилась, Вагараш, Гагодил, Ваганойра, Шайоба, Весьма, Тантойрахул. Уфра, Шайем, Дворим, Пшутим. Тем не менее, все еще непонятно. В чем идея этих голосов и такого большого шума, грозных вещей, которые были во время дарования Торы, в частности, когда это были простые вещи. Хорошо, мы можем сказать, что это можно было заповедовать, это все, чтобы это выше, чем то, что, ну, почему нужно сопровождать, было простые такие вещи, не убей, не укради, не жесвидетельствуй, понятно, совершенно вещи таким колоссальным шумом. Ойдмедак маймер, что маша умру разал, билкут. Чтобы что, что я цега дибора ноихи хули ми пихакос борогу, колеха до яхот мей сроил, гоя оймир, ими а дибор ми дабер. И еще,
объясняется, уточняется в Маймаре, там в Ребрашаб, то, что говорят мудрецы в Мидраше и Илкут Шимони, что во время, когда вышло речение Анохи, первое речение, ну и потом это было во время всех остальных тоже, из уст Всевышнего, каждый евреев говорил со мной, это Всевышний говорит, со мной это речение, ко мне обращено это речение. И это видно даже из посоха, говорится, я Анохи, я Всевышний Бог твой. Единственное, что говорится, не говорится ваш, говорится твой, каждому обращение, каждому, и каждый еврей там сказал, он почувствовал, что Всевышний говорит именно ему. Похожая ситуация, наверное, как многие люди, когда были на Фабрингене Ребе, они ощущали, были вещи, которые Ребе говорил ко всем, но обращалась как конкретно к человеку какому-то. Он чувствовал, что Ребе говорит ему, хотя все это слышали, но он знал, что это, вот эта вот вещь, она ему. Ну, это, слушай, то, что у Ребе, это все это один гемшех, поэтому... Ведь Тора обращается к одному человеку. Вот в единственном числе, потому что каждый человек, он ощущает, что это относится конкретно к нему. И не только в первом лечении, но и также всех остальных. Остальных тоже самое. И нужно понять, что это за идея, что речь, вот это лечение одно относится к каждому из евреев. Значит, краткое суммирование то, что мы сейчас сказали. Да, это, значит, посок нам говорит о том, что был очень большой шум во время дарования Торы, да, голоса, молнии, голос шафара, очень грозный. И весь народ испугался и отошел. Вдалеке Раша объясняет, отошли ровно на 12 миль, то есть как раз до протяженности стана. Мил, который это как раз протяженность всех станов. То есть первые стояли на расстоянии 12 миль, соответственно, последние были еще 12. Вот. Так, да, настолько далеко отошли. Так и стояли Малохи наверху тоже, да? Это когда они по знаменам постраивались, то они стояли так, да. И вот они, евреи испугались просто, испугались и отпрянули. Ну, как там бежали, там, может быть, они это, мы знаем, что в то время они могли за одну секунду оказаться. Вот. Так, да, там, где нужно. Вот Гемора говорит, что если бы от поведения животных учили бы, как нужно себя вести. Каких-то вещей, смысл, что даже животные знают какие-то, что делают они, хотя они у них нет разума, вот эти более человек должен знать. Что муравей, он работает как муравей. Как пчелка. Да. Вот. Так он не крадет, он работает. Тем более человек. Да, так и вопрос состоит в том, что почему, поскольку мы говорим, что простые вещи были даны в дарование Торы, почему нужно было такая помпезность, если говорят таким языком, да? Такой шум огромный, все это. Причем мало того, что это было шум, так это еще было пугающие вещи, грозные вещи. И второй вопрос, какое ощущение было у каждого еврея, что он ощущал, что с ним говорит Всевышний, когда вышло первое речение, все остальные тоже. Надо понять, почему. Ины. Брамаймар дышнас товрейш мемдалит лой нимца бексав яд эмшах, акэдыш эмшах, бексав яд акэдыш эмшах амаймар. А валье иш лавин эза эмшах абьюр базе алпиха мивур бедрошим ахарим мибаал амаймар ацмэй. Ребе Шмосе Эдена Гам, Бедрошим Шелифнейзе Шалегем Миюса Маморой, Бедроши Адмурация, Адмурайм Цивы, Адмурайм Цивы, Адмурайм Цивы, Адмурайм Цивы, Адмурайм Цивы,
Вот этот маймер, который начинается этим, Ребе Рашаб, на котором основан маймер Ребе Рашаб, он не сохранился до конца. И я говорю, что объяснить нужно на основе других объяснений, которые есть у Ребе Рашаб. И на основе также объяснений предыдущих Рабеем, это Цемах Цедек, и Митла Ребе, и вплоть до объяснений Алтер Ребе. Что объясняем мы, Михаил вкратце, что во время дарования Торы были очень большой шум и голоса, и мы выясняем, почему, когда это будет говорить простые вещи, зачем нужен был такой шум. Ну как, не убей, не укради, это были очень простые вещи, которые, как говорится, Гемора, если бы человек бы ему не дали, то человеку, так он бы учил бы эти вещи сам, бы своим сейхлом, это не проблема их понимать. Почему нужен был такой шум? Инин никуда бюр бэзэ, бедрошим бэсэнин насиэнью, бэфрат бедрошим бэала майм, инин матан тойра гайо гамшохэс гаацмус бэголу кейфиши шаях инин гагилу бэгаацмус. Общая идея этого, объяснение этого, как это объясняется в дрошах, дрошим рабеем, в частности, то, что объясняет Ребе Рашаб в другом маймере, не в том, который мы начали, потому что он не сохранился, что идея дарования Торы состоит в том, что там было привлечение Ацмуса в открытую, привлечение божественной сущности, сути сущности Бога привлеклась в открытую, насколько, как я замечаю, можно вообще говорить про раскрытие, когда речь идет о сущности Бога. Ну, это немножко другая идея, потому что это само, то есть раскрытие сути, насколько ее можно раскрыть, вообще применить термин, слово раскрытие к сути, но вот если, насколько это можно сделать, так настолько это там было. Вот, то есть была привлечена божественная сущность, не раскрытие какое-то от сущности Всевышнего, не какой-то свет, а сама сущность пришла в раскрытие. Насколько, опять же, насколько это можно, говорить про это? Речь идет не о том, что там раскрывались там уровни мира отца. Речь идет о том, что сам... Не Эйнсов. А Ацмус Эйнсов. Ацмус Эйнсов. Суть бесконечная, то есть суть, божественная сущность. Это идея матан дарования Торы. И инян зе не паба матан тойра, гиба матан тойра нигде битул гизейра льоним лойорду латахтоним, латахтоним лойор я алу лойоним. Хе ниф алоз инян гамшоха за ацмас бе голой бе холмокой. И эта идея, она была осуществлена во время дарования Торы. Почему во время дарования Торы? Что способствовало? Какая вещь в даровании Торы способствовала тому, что было привлечение самой божественной сущности? Во время дарования Торы было отменено постановление о том, что верхние не приходят вниз, нижние не поднимаются наверх. Что это значит? Что такое нижнее, что такое верхнее? Что мы имеем в виду здесь? Не совсем. Духовный и материальный. То есть духовный мир и материальный мир не были соединены до дарования Торы. Это же значит. Но на самом деле, когда мы говорим, лучше греху, вот тогда это вообще потенциально не было возможно. Да. Лучше греху и шхинтей. Он и его шхина. То есть то, что от него отсвет, от сущности. Идея в том, что духовное было само по себе, как бы материальное было само, они не соединены, не было стыковки.
как бы было разделено. То есть, может быть, стыковка была, но нижние не могли подниматься наверх. И верхние не могли спускаться вниз. Спускаться. Не было никакой стыковки. Вот этот момент. Говорится, что святость не всегда лазит. Когда, допустим, протец наш Яков там одевал филы, вот его он делал какие-то такие ехудим, он делал. Да? Ехудим, да. Оно не оседало на этих вот этих палочках, которые он там затачивал и так далее, да? Но спускалось-таки. Просто оно не. Во время действия не было связи. То есть когда он делал эту саму идею, но не было этой идеи, не влияла нога на материальность. Она не имела связи с материальностью. Она не меняла материальность. Может быть тем, что тем не менее овцы ярились, как сказано. Это другой вопрос. Не было эффекта. Они делали это не дома. Они делились, потому что у них их заставляли чисто по их природе это делать. Все. Вызывали чисто природные. Он знал, как сделать это для того, чтобы они начали в это время, да, вот и все. Это не нас никто с... Искусство пастуха. Вот. То есть мир существовал как бы сам по себе, и была гзира, то есть постановление Всевышнего. Да, чтобы духовное, все, не было, все там витали в облаках, а на земле при этом все, что делалось в духовных мирах, оно никак не влияло на... И не меняла материальность. Это первое. И материальность сама, соответственно, и материальность не могла подняться на Всевышнего, чтобы не было... Не повлиять на духовность. Не то, чтобы повлиять на духовность, Это материальность, это тело, оно может влиять на душу. Так можно сказать, что тогда этого не было, такого влияния. Так получается, что там, если можно, так же такой вопрос. Я не знаю, это уже углубление. Да, так вот это вот была эта идея. И это причина, по которой возможно было, что во время дарования Торы осуществилось это привлечение божественной сущности. Потому что произошло соединение двух противоположностей, крайних противоположностей, духовное и материальное. А чтобы соединить две совершенно как бы несовместимые вещи, это может только то, что сама сущность, которая их соединяет. И поэтому была здесь идея привлечения божественной сущности в открытую во все места. Потому что если раскрывается сущность, так она раскрывается везде. Называется раскрытие. То есть она как бы проникает везде. Поэтому Лахейн Омар Бематан Тойра дворим пшутим давка. Кибематан Тойра хорда хамшоха заацмус бехол седр ишталшус гамбе дворим хаки пшутим. Что, и поэтому во время дарования Торы были сказаны простые вещи, потому что во время дарования Торы проникло вот это привлечение Асмуса во весь порядок спуска миров, все миры, и в том числе в простые вещи. Поскольку если такой признак, если что-то раскрылось и не захватило какой-то участок, так сказать, то это доказательство, что это не сущность. Потому что сущность, она охватывает все. Иначе. Да, иначе это не сущность. Поэтому, более того, Адраба, Гамшоха, Ацмус, Шаехас, Лаинин, Амата Давка, бы мог им тахнуть бы Йоси. Баруха бы камами комись, убифрат, бедруши адмурганцы, шикол гва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 гв
божественной сущности, она имеет отношение именно к низу. Потому что доказательство того, что она пришла в самый, что это пришло в самый низ, того, то есть факт, что она пришла в самый низ, это как раз признак того, что раскрылась сущность. Потому что если есть какой-то участок, куда она не, как бы не достигает это раскрытие, то это признак того, что это не раскрылась сущность. В сущности нет ограничений. Низ, вверх, поэтому она идет везде. Проникает везде. Самое низкое место. С чего мы это учим? И как объясняет Нитрорэбе подробно, что то, что находится наиболее высоко, оно спускается на более низ, самый низ.
Что мы учим? Откуда мы это учим? Что? Ну вот, что вот сущность, если она спускается вниз, то... Нет, это понятно, что если сущность, она... В нее включено все. Знаешь, все, что существует, оно существует из сущности. Иначе оно изначально включено в сущность, потом что оно может появиться. Поэтому, когда сущность может быть сокрыта, может быть раскрыта. Вот когда она раскрывается, как вот в той степени, в которой мы можем говорить про раскрытие сущности, то есть факт тот, что это раскрылась именно сущность, не какой-то вот даже очень самый высокий гилуй, это то, что она проникла в самый низ, потому что самое-самое низкое, что есть, оно все равно является частью сущности. Не знаю, очень высокий свет святости не может проникнуть далеко в вещи, которые не имеют отношения к святости. А сущность включает в себя все. Поэтому... Получается такая вещь, что вот создание что-то из ничего, но было, так сказать, подвластно только адскому. Только ад, да. Самое такое, это только он и больше никто. Это сущность, да. Значит, чакры тоже так точно. Кстати, очень интересно, если бы была на лекции, так у каббалистов не объяснялось. Только начиная с, в общем-то, с хасидов. Авторы этого больше всего объясняли этот момент. А раньше этот момент. Он не разъяснялся, только начиная с алфавита. Именно то, что Асмус может творить. Все, что Асмус может создать. В Каболе не было известно дальше, чем Кесар. Дальше они не шли. Так это оттуда-то, соответственно, идеи Асмуса они не знали. В Каболе говорится, что суд Творца, то есть Асмус запрещено исследовать, то есть невозможно постичь разум. Кабол туда не ходит. То есть уровень Кесара, ну, мы же говорим, что Кесар это как бы печать Асмуса. Пними за Кесар имеется Атик. Атик это как не печать, а копия. Копия, да. Копия это есть копия. Это все образы, потому что... Окей. Вазеватаам, ломоша инин матантойра, ее бы дворим пшутим давка. Мишум шамшор заяцем гибе дворим атахтоним упшутим бойойсер, ген бе клоузгойла мойс, бойла маки тахтун шейн ламатам имен, бойла зу ацмы, бе дворим пшутим шебой. Это как раз причина того, что идея дарования Торы была связана с такими простыми вещами, именно с простыми. Потому что если бы это не выразилось в простых вещах, то это было бы просто очень высокое раскрытие и не говорило бы о... привлечение сущности. А сущность, она именно вот проникает в эти простые, до самых простых вещей. Мне тоже всегда нравилось простое больше, чем вот это. И за... Еще надо объяснить, что это сейчас. Да, ну что... Потому что привлечение сущности, оно именно в самые низы простые вещи. Причем, как касается вообще, если мы говорим о мирах, то это касается самый нижний мир, какой этот мир. Потому что сущность, весь смысл раскрытия сущности именно в этом мире. Сущность там не раскрывается, там только высокие, во всех этих мирах высокие гилуим, высокие раскрытия. А сущность, она именно приходит сюда. А что касается этого мира, то самого этого мира, то это в простых вещах, самые низ, простые вещи. Есть что-то, что говорит, что умер бы Матан, что не умер бы Матан Тойра, а выдабер лаким из кола дворим ваэлла леймер. Есть что-то, что говорит, пируш леймер кан худ хагашми ватахтун ацмэ на асэ га оймер азогер. Мишум ше оз га юсэ хамшоха за ацмэ смэцады ньонин султахт. Нужно сказать, это как раз то, что сказано, что есть такой посок во время, перед тем, как начинается Сеодибрис, говорит, «Вайдабер Элаким из Колга Дворим Гаила Леймур». Сказал Бог все эти слова, чтобы сказать. Пируш, есть известный в Хасидусе, что
я не говорю, кроме простого. Следующее, что такое леймер? Зачем говорить леймер, чтобы сказать? Чтобы сказать, имеется в виду сказать кому-то. И там все были. Все евреи стояли и принимали. Зачем нужно сказать? То идея, как объясняет Алтареби и дальнейшем, дальше в Хасидусе, что идея того сказать, это идея того, что человек в будущем, когда будет учить Тору, будет произносить эти слова, то он будет произносить слова самого Всевышнего, как он, тем же способом, как это было тогда во время дарования Торы. Ему дается сила от Всевышнего, чтобы он, изучая Тору, произнося слова Торы, чтобы это говорил сам Всевышний из его уст. Но здесь Ребе говорит, здесь нужно сказать, что речь идет о другом объяснении. То, что сказано, чтобы Лаймар, чтобы сказать, поскольку мы говорим про привлечение божественной сущности в самый низ, даже в простые вещи, в материальность, и именно это как раз доказательство того, что эта сущность привлечена, потому что она прошла в самый низ, в самые низкие материальные вещи, то здесь это объяснение то, что материальность, леймер говорит, чтобы сказать, означает, что сама материальность, она начинает говорить вниз. То есть она сама говорит о том, что вот смотрите, вот я раскрылась во мне эта сущность, она говорит. Именно потому, что тогда было привлечение божественной сущности со стороны иньоним, со стороны идей низа. То есть сам низ был, как бы, инициировал, как бы, это. И тут есть звездочка внизу. И «Убезе ешь левайр деврей аилкут, шагуба лаил, шакола ахат уехат мейсроил, гайо оймер, и мой адибур медабр». Из этого можно также объяснить то, что сказано в Мидраше, что каждый, с каждым евреем говорил Всевышний. Слово, речение было обречено каждому из евреев. «Ай, ну шакола ахат уехат Гиргиш бенавший эс Гашем Гавайеши Гаир бенавший, что каждый из евреев, он ощущал в своей душе имя Гавайи Всевышнего, которое светило в его душе. Вешойриш гамшо хагиим и бехинес ацмуса эйнсейф. И корень этого привлечения было из аспекта божественной сущности ацмуса эйнсейф. Что именно потому, что как могла такая вещь, такая высокая вещь, как имя Всевышнего, вдруг прийти в раскрытие в душу человека? Только потому, что пришло это раскрытие из самого высокого места. То есть самой корень этого раскрытия был именно в самой сущности, в сущности Всевышнего. Так, теперь... Вопросы есть какие-нибудь пока? То, что мы, о чем мы говорим? Йола? Еще один большой вопрос, ну ладно, не важно. Ага. Большой, вы его еще хотите увеличить, подождать? Нет, я не хочу, я хочу на большой вопрос сказать. А, ну надеюсь, что он уменьшится, да? Хорошо. Теперь мы приходим к объяснению тогда, что почему же нужно было вот эти голоса. Зеу кол вехол ом роим гоймер ваяр ом ваяну ваямду мерохек. Ше зе ойо ме эйн кли ле хамшоха за ацмус. Что вот это как раз было то, что народ испугался, отбежал, отпрянул, стал вдалеке. Что это было как наподобие сосуда для привлечения божественной сущности. Этот акт, то, что они испугались и отбежали, являлся как бы сосудом для привлечения божественной сущности. Это абсолютно непонятно. Поэтому мы сейчас это будем объяснять. Это
тема, которая сейчас будет раскрываться. Сейчас. Ine gdeshe dihem shoh ez asud b'matan toira, ine av she ein shayach she inyan shol kli mamish el atzmus, mikol moko im tzorik she yema ein hachone v kli el agilu atzmus. Ade hasores, alnois v hastorin v abilbuli. Значит, мы говорим, что вот этот факт, то, что евреи испугались и стали вдалеке, являлось сосудом, наподобие сосуда для того, чтобы было привлечение божественной сущности. Для того, чтобы вообще нужно сказать, что нет даже такого смысла говорить о том, что может быть какой-нибудь сосуд для принятия асмуса, божественной сущности. Потому что это не какая-то вещь, которая говорит, это сущность. Поэтому говорить, что как сосуд, то, что вмещает в себя, то, что невместимо, то, что не имеет границ никаких, не имеет ни границ. Нельзя про нее ничего сущность, она абсолютно по-настоящему бесконечна. В том смысле, что она может и конечна, и бесконечна, и все вместе сразу. Это, здесь нет никаких ограничений. Да. Поэтому... Но, может быть, тем не менее, может быть, что-то наподобие подготовки и наподобие сосуда к раскрытию божественной сущности. Через что? Через то, что будут убраны сокрытия, различные утаения, различные вещи, которые долбулим, как сказать, долбулим правильно. Сбивающие с толку, да, наверное? Помехи. Запутанные, да. Сбивающие с толку человека, вот билбуль. Помехи, ну, как. Вот. Сейчас мы это будем объяснять. То есть, поскольку сам как такового сосуда не существует, имеет смысл об этом говорить, но есть вещь, которая может что-то быть наподобие подготовки к тому, чтобы произошло через привлечение атмоса. Благодаря чему-то произошло привлечение божественной сущности. И вот это, вот эта вещь, которая, благодаря чему это происходит, это убирание различных сокрытий, таений, помех, которые происходят в результате обуди человека. И Алдерах, Амивуэ, Бемок, Амахар, Баинин, Гимел, Бахинус, Асеруса, Делаэйлон, объясняет Алтаребе, что есть три вида пробуждения сверху. Известно, что есть, это так называется образно, какие-то вещи, которые приходят сверху, они могут прийти различными путями. Могут прийти само собой, само пробуждение сверху называется, как бы, что оно само пробудилось, без всякой инициации снизу. Второе, может быть... Значит, вот три аспекта, да, что Сируса Далейла, какой демысл Сируса Далесата, Сируса Далейла, Ганим Шехес, Алгея Сируса Далесата, Сируса Далейла, Шаламайла, Сируса Далесата. Что вот, может быть, пробуждение сверху, которое перед тем, как происходит пробуждение снизу, что это значит? Что до того, чтобы инициировать, дать силу какую-то, допустим, для войны, для какого-то процесса, нужно пробуждение, изначальное какое-то влияние сверху, до того, как что-либо значит, происходит. Второе пробуждение, уровень, вид пробуждения сверху, это который является привлечением через пробуждение снизу. Что снизу сделана какая-то работа, и это как бы схватило вот какой-то определенный уровень сверху и привлекло его сюда. Да, Давид? Можешь это? И привлекло его сюда. И третий уровень пробуждения сверху, который выше пробуждения снизу. Пробуждение снизу туда просто не может никак попасть.
Как это схватить этот уровень не может. Это низ он ограничен, пусть очень кем бы то ни было предел, но он ограничен. И взять какую-то вещь, которая не ограничена, у него по природе своей нет возможности. То как она приходит, это пробуждение сверху, которое выше пробуждения снизу? Элло, сказано, что куча бриху лои шари албасар шоли, элло баатар шоли. Сказано, что Всевышний не присутствует только в цельном, завершенном месте. Айну, кидейши, где я сируса дела эйла зу, царикши атар шалов нимшехас, их есть шалим. Авша эйнзе мамши хойса. Айну, шеху кошур им атар зе давка. Что это значит? Что Всевышний не присутствует только в цельном, завершенном месте. То есть, для того, чтобы пробуждение сверху это произошло, нужно, чтобы место, к которому привлекается это пробуждение, оно должно быть цельным, завершенным. То есть это не значит, что это привлекает его, что он может схватить его. Это как условие, он связал себя с этим местом. Допустим, он сказал, что если на этом месте все будет чистенько, чисто, аккуратно, и все сделано, да так, вот как я сказал, тогда я приду. Но вы меня просто так привести не можете. Это я просто так захотел, чтобы в результате этого, когда исполнится слово, то я приду. Пробуждение сверху, которое просто обусловлено как условием сверху. Да, условием сверху. Да, он сказал, что это потому что меня притянуть вы не можете. Нет такого, что меня может. Но просто это как, видишь, я просто решил так, связал себя с таким условием. И так это на самом верху Бахамшова Зайцем, когда привлекается сущность. Шигам лезе, цори хасорзга, алмус вахасторим вахабилбулим. Что для этого нужно, чтобы убрались все утаения, сокрытия, все различные помехи, сбивающие с толку вещи. Это не значит, что это может схватить как бы Ацмус, схватить сущность. Но это является условием, является тем той завершенностью, при которой будет привлечение божественной сущности. Кикуча бриху лышаря лабатара шоли, вазео инин де ваяр гаом ваяну ваямед берохик. И вот это, вот этот сосуд, который привлек этот как бы сосуд, подобие сосуда, это условие, при котором состоялось привлечение божественной сущности, было то, что народ отпрянул. А испугался и стал далеки. Все равно еще непонятно. Сейчас мы будем объяснять, что же, почему вдруг это явилось сосудом. Пока мы говорили как? Что было привлечение божественной сущности во время дарования Торы, и почему это нужно было с такими, почему были голоса, шум, хотя там были простые вещи, потому что простая вещь указывает на то, что это было привлечение самой высокой вещи, то есть самой сущности. Теперь мы говорим о том, что дальше говорится о том, что вот то, что испугались, было как бы сосудом, наподобие сосуда и подготовки к привлечению божественной сущности. И объясняется, что на самом деле могут быть только условия для привлечения божественной сущности. Не может быть какой-то вещи, которая может просто пробуждением снизу, чтобы ее схватить. Просто есть условия, что вот при каком-то условии она будет привлечена. Что это, вот это условие должно быть выполнено. То есть пошлемис. Место. Вот условие такое, условие здесь это то, что убрать какие-то сокрытия, таения, тогда привлекается сущность. Хотя на самом деле у сущности нет ограничений, она привлекается и со сокрытием, и утаением, и чем угодно. Может привлечь, может не привлечь, она не ограничена. Тем не менее, она было такое условие для того, чтобы была выйдя снизу. Теперь мы говорим, что вот этот факт, то, что евреи отошли далеко, испугавшись, является вот наподобие этого сосуда и подготовкой, то есть этим цельным местом. Сейчас вот это мы должны объяснить, почему.
состояние было подобно состоянию Шифлут? Ну, Шифлут, Битл, да. Сейчас вот мы должны объяснить, почему это является. Понятно, да? Канва, во всяком случае, пока как мы идем. А Инин Юва на Алпи Геова. Идем дальше? Идем дальше. Да. Вы вздыхаете как-то так. Эмбрера. Ваинин Юин Алпи Амы Вульбы Дибр Хамаска Вихол Хом Роим Дишнас Тов Рейш Айн Гей Бхемшек Айн Бейс. И это объясняется, будет понятно, потому что объясняется в этом же с таким же маймер, с таким же названием, с таким Дибр Хамаскил, у Ребе Раша в известном его Гемшахе Айн Бейс, из которого в этом году ровно 100 лет. Шакодим лахол авия в изгаву из цорих лихис гаэдер. Там Ребе Раша объясняет такую концепцию, что перед любой появлением какой-то, как сказать, гавия, что это, какая-то, то, что что-то, что-то существует. При каждом авоя из гавас, явление, да, какое-то явление из, и появление как чего-то должно быть отсутствие. Отсутствие чего? Чего-то. Да, сейчас увидим. Как кемой инен ацимцум бисвилагива. Например, как идея ацимцум, ради раскрытия, что есть, был божественный свет очень высокий, а потом произошло, мы знаем, как творение мира, да, как нам объясняет Ксидус Кабола, что потом этот высокий свет был убран, как говорит, как сказано в Вайсхайм, да, в сторону, и потом был маленький лучик, кав, да, для чего, то есть был очень сильный цимцум, сильное сжатие, вот, как бы сокращение света. И целое темно, как-то ничего не видно. Для чего же это нужно? Только тоненький лучик. Для чего это нужно? Для того, чтобы раскрылся вот это, почему убрали этот большой свет. Потому что пока был большой свет, ничего не могло, не могли появиться миры, там не было места. Когда их убрали, когда убрался этот свет, и тогда появилось, как бы так и называется в Хабуре, чтобы появилось место для существования миров. Да, и там, туда вот этот тонкий луч света, который на самом деле тоже очень высокий свет, который пробивает толщу этого цимцума, этого сокращения и появляется. Вот. Так вот этот, все это утаение света, оно ради раскрытия. И это приводится известный пример в Ксидусе, как Рав и Талмуд. Что Рав, у него очень большая, какая-то высокая идея, которую он хочет дать ученику. Но если он, эта идея, пока эта идея светит, там вообще нет места для ученика даже. Для того, чтобы просто появилась идея того, чтобы, что есть ученик, он должен убрать этот вообще. И представить себе, что сейчас нужно говорить уже с учеником. Потом идет целое... То есть свет убран абсолютно. И стало вот это вот убирание света, утаение света ради чего? Ради того, чтобы потом появилось раскрытие, чтобы можно было этому ученику передать. Иначе ему ничего нельзя будет передать. То есть идея цимцума, чтобы получилось раскрытие. То же самое отсутствие какого-то явления для того, чтобы потом это появилось. То есть тишина перед грозой, можно сказать. Вот. То есть сокрытие перед раскрытием. Тьма перед рассветом. Да, похоже. זהו גם כן הנה החרוד על ידי הקודש וברוקים שהיו במתן תוירה, שזה הנה וייר הום ויינו גומר הנה החרוד. וזאת אומרת, как раз אידея вот этого страха, трепета, который последствия голосов и молний во время дарования Торы, что это как раз идея, что народ испугался и отпрянул. Идея страха, трепета. שזהו העדר הקודם על האוויר. Что это было как раз отсутствие перед тем, что появилось что-то.
Кдей шейгил бы бекинес битл, шейохл ли кабал из гилу и ацмус бы матан тойрах. То есть, что есть? Чтобы было, чтобы они были в аспекте битл, аспекте самоаннулирования, чтобы они могли принять раскрытие божественной сущности во время матан тойрах, дарования Торы. Шагаэдер зэ гу гахона вагаклила гамшоха згаэцем шагу авиа амитис. Что вот это вот отсутствие, отсутствие чего? Отсутствие их как мициз, как реальности. Что такое страх? Когда человек страх, у него нет ничего, ни эмоций, ни ботл, ничего не может ни думать, ни хотеть, нет ничего. И такая полное отсутствие, гаэдер, это вот это вот отсутствие, для чего было сделано. Это было как подготовка, наподобие подготовки, да, и сосуда для того, чтобы привлеклась божественная сущность. А божественная сущность как раз и есть то, что реальность истинная. Да. То есть на самом деле нужно было для того, что если бы осталась какая-то бы, даже чуть-чуть от них какая-то реальность, что-то они очень хотели бы святости большой или еще что-то, что-то от них бы осталось, нельзя было бы привлечь божественную сущность. Сущность, она не выносит как бы никакой другой реальности, потому что кроме сущности ничего не существует. И когда появляется хоть маленькая какая-то я, самое святое, самое большое, с большой святости, но я, это уже не сущность, это уже раскрытие. А идея Матан Тойре, что было привлечение божественной сущности. Каждого. То есть для этого их нужно было, что называется, испугать. Да. 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 И вот это была идея вот этого испуга. И тогда появился, поскольку бы испуг был настолько, почему понадобились такие сильные голоса, там очень испугались. Все на колоссальное время. Потому что появилось, как Рэбби говорит, гавоягамитис, появилась истинная реальность, которая только и есть настоящая, можно ее назвать реальность, это божественная сущность. И при этом должно быть абсолютно полное отсутствие чего бы то ни было. Да, дальше идем. Хана, да, дальше. Дальше, окей. Мамшик бэм шрайн бэйс. Там дальше Рэбби Раша продолжает. Де инин зэ кошерим а голос ахрон. И что вот эта идея, она связана с последним голосом. Последним знанием. И квоса дэ машиха. Де кэшэм шэ бэйцэ смитраим. Матан тойра. Инни бэту ахона лагилу дэ матан тойра. Йо цорих люзь агдомэц хагэлэ бэгэстер дэ голос митраим. Что Уинин Хайдер Хакудим Лавоя. Что так же, как во время исхода из Египта и дарования Торы, что в виде подготовки и раскрытия, которое было во время дарования Торы, нужно было сначала предварение сокрытия, очень сильного сокрытия голосом Мицраим. Что такое сокрытие голосом Мицраим? Не было полное как бы сокрытие божественности. Там ничего, они были как Лавдил Митцри. Не было, нельзя даже было разницы увидеть. И вот когда такое полное отсутствие, как что значит отсутствие? Полное отсутствие раскрытия божественности, тогда появилась такая высокая вещь, как дарование Торы. Возможно, был выход из Мицраима и дарование Торы, потому что чем выше сокрытие, чем сильнее сокрытие, тем выше раскрытие. Но при этом уже не было сосуда, было сокрытие. Это и есть сосуд. Мы же говорили, что это и есть сосуд. Сосуда для раскрытия сущности нет сосуда, есть только подобие сосуда. Подобие сосуда – это подготовка, то есть ты делаешь какое-то, выполняешь какое-то условие. Но если наоборот, так сказать, все, что можно было заполнено нечистотой, так сказать. Правильно, так, в этом бы было сокрытие. Потом вывели, потом же это было сделано искусственно, так сказать.
ну, как искусственное, то есть инициация сверху, не было еще Авойды. Поэтому было сверху даны какие-то вещи. Но факт то, что сокрытие Мицраима предшествовало бы... Для чего нужно было такое сокрытие? Можно было их поселить там, как все жили, то есть как часть жила в этом земле Гойсен, учить Тору, было бы очень хорошо. Потом мы получили дорогу Тору. Нет, нужно было вот эти вот кирпичи и все эти вещи. Но час людей ведь Левием они не подвергались? Это другой вопрос. Это другой вопрос. Это другой вопрос. Большинство людей было, жило так. Это наша история. То, что произошло с нами. Одно к одному. Да, поэтому Ребе об этом говорит. И дальше что? Это как раз отсутствие перед тем, чтобы появилось вот что-то. А Дарезе Губы, Тореша Машиих. Та же идея в Торе Машиих. Пними за Торе, то есть тайный Тор. Что подготовка к этому через вот это отсутствие и сокрытие, которое есть во всех голосах. Что такое голос? Голос – это сокрытие божественности. Разные были голосы, когда только был разрушен храм, там еще продолжалось посветить свет. Не было такого сокрытия, как в последующие времена. И вправду бы голос Ахарин, вот этот последний голос бы и косо де Машиха, что это голос Ахарин, что это есть такой самый последний, самый длинный голос, Ахарин, самый такой длинный голос, голос Амар, Хулу, это очень горький голос, что это самое большое отсутствие, то есть самое большое сокрытие, самое большое как бы отсутствие каких бы ни было раскрытий. Лахейн боим алёдой элави амитис шири агул амитис вашлейма шейн ахарей голос. И поэтому в результате этого мы приходим к появлению истинной вещи. То есть появляется то, что было сокрыто, вернее, появляется вещь, которая появилась в результате сокрытия, сильного сокрытия. Это сокрытие вызвало появление вот истинного вот такого раскрытия. Поскольку сокрытие было такое сильное, то и раскрытие называется Геула Митис Вашлейма. После которой уже нет голоса. Почему после него не будет голоса? После этой Геулы. Было несколько раз. Был голос. Почему после этого не будет? Потому что Атаам, Шаэй Нахарей, голос Гу, Мишум, Шаэй, Вшар, Шаэй, Митию, Шел, голос Годал, Йосер, Мила, голос Газе. Потому что причина в том, что не может быть голос, такая реальность голоса, которая больше, чем этот голос. То есть все, что можно было сокрыть, сейчас уже сокрыто. Было сокрыто. Сейчас уже Барух Хашем. Все, что можно было сокрыть, было сокрыто. Нас пугать не надо. Нас уже испугали, мы просто даже не знаем, что надо пугаться. Мы уже после испуга, то есть не переживаем, мы уже после испуга. Было у наших родителей, у нас еще ничего. Родители нас вот. Мы еще не знаем, что. О, это я люблю. Вот это здорово. Нам Ребе сказал, что нам предстоит. Ты что, ты не знаешь? Так посмотри, что Ребе говорит, что нам предстоит. Знаешь что, Михаил, когда еврей что-то говорит, это вещь, которую он должен 10 раз подумать, прежде чем сказать, потому что он выдает то, что связано, он связан с Богом. Понимаешь, у него есть возможность творить. Поэтому, когда он говорит хорошие вещи, он творит хорошие вещи. Поскольку мы все учим из Торы, что нам нужно говорить и что нам нужно ждать, Тора нам говорит, что нам нужно ждать и что нам не нужно ждать. И Ребе, поскольку Тора – это общее понятие, конкретная Тора, которая в нашем поколении нам говорит о том, что мы находимся уже в Геуле, который, после которого голоса быть не может, то значит это и говорит о том, что его творить искусственно не нужно самому. Когда я говорю, не дай Бог, такие вещи, значит, я творю сам себе, создаю иллюзию
того, чего нет на самом деле. Потому что мир – это отражение того, что написано в Торе. Это как чертеж, по которому Всевышний творит. И мы, а мы исполняем это, то, что там написано. Нам не нужно, мы пророки, нам не нужно знать, что будет. Пророчество знаем. Мы смотрим в Тору, мы знаем, что там написано, что есть, что будет. И особенно нужно пользоваться этой палочкой-выручалочкой, Трагут Везайн Гуд, которая работает совершенно безотказно. Так Рэби говорит опять же. Но это просто очень тяжело иногда. Хочется подумать вдруг, если вот что-то типа, так, не дай бог, типа такого, но гораздо труднее подумать что-то хорошее. Ну как, дело в том, что я же говорю, же не просто там ля-ля, то есть, так сказать, Тора говорит нам, война Гога и Магога. Ну, Рэби же нам уже сказал, что где мы находимся, зачем нам там конфеты на деревьях, еще какие-то вещи. Нам Рэби говорит, где мы находимся. Рэби говорит, что «Еешну квар гиру амитис ве гашлейну бе паштус». Есть у нас Гиуда, а тут сказано, что после этой Гиуды не будет голоса. Вот это нам нужно исполнить. Одно из условий, что пророк Ахия говорил Бальшем Тову, это Хашевах Юбит. То есть очень важно именно удержаться на положительном мышлении. Да, это самая тяжелая вещь, потому что человеку так и хочется. У него экспириенс такой многотысячелетий. Нам же достаточно тоже там своей жизни. Каждый день можно сказать, что-то идет. Правильно, так это. Окей. Так вот, идея в том, что после этого не будет голоса больше. Почему? Потому что это самое высокое утаение, сокрытие, дальше сокрывать уже нечего. Больше сокрытия быть не может. Потому что вся идея голоса для того, чтобы потом было раскрытие этого сокрытия. И чем выше сокрытие, тем появляется более высокое раскрытие. Поскольку сокрытие было самое высокое, то появляется уже истинное раскрытие. То есть появляется раскрытие истинной Геулы, а значит, это раскрытие, выше которой быть не может, и раскрытие самой сущности Всевышнего. Да будет угодно, что это будет Бекорой Мамыш, Бебис Машех Циткейну, который поведет нас, справленных на нашу землю, Бенарейну, 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 Бенарейну,